Как и почему работает нейрографика? Давайте посмотрим, как существующие нейронные связи влияют на нашу жизнь. Например, кто-то из вас хочет зарабатывать больше, но никак не получается, хотя вы используете разные способы и работаете все больше и больше, возникает ощущение, как будто человек упирается в потолок. Каким образом это происходит? В голове у вас есть вот такая нейронная сеть. Это наши нейрончики. По определенной траектории они между собой связаны. Вот таким образом. И предположим, что у человека был опыт того, что его родители зарабатывали деньги тяжело, работали долго, и денег всегда не хватало, их было мало. И у человека в голове сформировался такой стереотип, что деньги зарабатываются сложно, и их мало, их недостаточно для всех. И пока человек не разорвет эту связь, эту нейронную сеть, которая сформировалась, он будет действовать по одному и тому же сценарию, по одному и тому же алгоритму. Это заложено в том числе и нашим жизненным опытом. А вы не задумывались, почему дети и молодые люди, например, легче осваивают иностранные языки, чем взрослые? Почему им так легко это делать, а чем старше человек, тем сложнее? Потому что наши мощные нейронные сети, они сформированы годами, они работают уже по определенному алгоритму, и новые нейронные связи образуются с большим трудом или совсем уже не образуются. А молодые люди и дети, их ум гибкий, мягкий, и как раз в этот период их роста формируются новые нейронные сети. Сейчас я покажу, как мы можем сформировать с помощью нейрографики новую нейронную сеть и разорвать этот стереотипный сценарий мышления. Новые нейронные связи формируются двумя основными способами. Путем многократного повторения и под воздействием сильных эмоций. Таким образом, вот наши нейрончики. И мы в каждую линию вкладываем смысл и формируем новую нейронную сеть. Денег на планете много. И хватит на всех. Деньги зарабатывать легко. Каждая ваша мысль формирует эту нейронную сеть. Вселенная щедра для всех. Таким образом мы вкладываем новые смыслы, эмоции, и нам нравится этот процесс. Мы рисуем, мы округляем, многократно повторяем эту линию, тем самым фиксируем эту нейронную связь и новый сценарий зарабатывания денег. Также, когда мы рисуем нейрографику, мы работаем с цветом. Когда мы вводим цвет, на этом этапе мы испытываем еще больше удовольствия. Нам нравится этот процесс, мы испытываем восторг. Мы еще больше усиливаем эффект формирования новых нейронных сетей.
количество повторений мы увеличиваем и скругляем. По всем нашим новым линиям. И постепенно старая программа будет ослабевать, потому что там, где наш фокус внимания, там мы и будем развиваться. Когда мы рисуем новую нейронную программу изобилия, мы можем менять сценарий, и мы идем на успех. Все в ваших руках. Нейрографика работает.